от первого лица. Красотища! Мама, привет! Передаю привет всему Нижнему Новгороду. Ребята, срочно нужно лететь всем в Грузию. Здесь круто! Где мы сейчас находимся? Гудаури, обязательно вместе с Дмитрием лететь! Сейчас полетим, посмотрим на развалины, ребята. Да, это супер, короче. Мы просто встретили женщину одну на где-то, ну, на каком-то там храме, и она сказала, что она летала. И мы, короче, мы сказали, типа, на обратном пути мы заедем. Но мы просто хотели спросить, сколько это стоит. Все. Блин, ну это очень круто. Очень. Это того стоит. Очень красиво. Это бомба просто. Это было целое поселение. Оно потихонечку развалилось, да? Как видишь. Да. А вот кто-то в палатке, да, живет? А как называется этот каньон? Аракни. Дмитрий, а вы давно этим снимаетесь? Это очень. Ну, много где, получается, летали? То есть, получается, здесь, ну, грубо говоря, вы работаете, а так есть места, которые, например, тут по-разному дислокации, да? Уже становится неинтересно. А, ну понятно. Но при этом вы куда-то все равно сами для себя летаете. А есть вот какие-то замечательные за... Нет, я имею в виду, если просто куда-то уехал. Ну. Потому что мне кажется, когда вот если там смотришь где-нибудь в интернете, ищешь какие-то места, а там куда-то нельзя. То есть, когда вот тот человек, который вас обучал, ну, короче, вот ощущение, когда вот падаешь, это, ну, или вот немножко летишь вниз, это прям, потому что я ребятам до этого говорил, я говорю, у меня до этого, ну, панический страх высоты, то есть, я когда смотрю вниз, мне прям страшно, я что делал, я прыгал с дома, с 14 этажа, два раза, да, ну, вот, а я решался там, не знаю сколько, Это жесть. И летал на самолете. Вот вдвоем, когда пилот и я. И там, да. Но здесь-то все открыто. То есть там ты закрыт, там, ну, немножко проще. И там не надо никуда бежать. И поэтому вот я им тоже сказал, я говорю, ребят, если мы это делаем, то это как один из моментов борьбы с этим. Да. Ну вот вы же удовольствие от этого получаете. Ну, я имею в виду, что не было же сразу страха, что страшно. Первый раз я вообще тут не был. Раз, и там перед страхом.
Пошел он чуть вниз, там по-другому. Вообще кайф. Спасибо вам большое, Дмитрий. Это было бомбически клево. Ребята, это супер. Это супер! Мы это сделали! О! Пацаны, спасибо! Блин, офигеть! У меня до слез. Спасибо большое, Дмитрий. Пять минут? Я в этом прям иду.